Короче, я знаешь, что предлагаю? Надо Ну. будет как-то разбавлять Apex, и я даже согласен на то, во что ты сейчас играешь. О боже мой, какой кошмар, да? Да. Ты не представляешь, какой это кошмар. Ты, кстати, как, будешь Hired Gun покупать или нет? А Некромунда-то которая? Ага. Ну, хотелось бы, конечно, но... Но не за Блядь, и пол... так денег нет. Ну, типа, да, полтора куска. Я бы на самом деле хотел еще даже не то, чтобы купить, я бы хотел ее протестить. Что, как она вообще будет работать. А тебе во вторник, у тебя сессия начинается во вторник? Ага. А почему она у тебя так рано начинается? У меня на 7-го. А, ну да, у тебя ж пет, я вспомнил. Ага, с 1 по 19 ебут меня. А меня будут с 7-го по 28-е, по-моему. Погоди, с 1 по 19, а 18, 19 дней? Получается. Ну да. У меня с 7 по 28. Хз. Получается. Получается 21 день. Ну, да. Странно, может там какие-то выходные выпадают? А, ну да, мы, кстати, мы в выходные, во-первых, херачим. Там как какое 14 число, вроде какой-то день, какой-то праздник, мы в этот праздник прёмся. А какое 14 число праздник? Узнает. Вот честно. Уж не день для принятия Конституции. Я, кстати, не удивлюсь, если это так. Я просто помню, что что-то там у нас летом есть что-то с Россией связанное. И там как-то довольно рядом находится что-то с Конституцией и День России, типа. И от двух этих праздников, конечно, тошнит. День России 12-го? Ну, кстати, да, скорее Но, всего. значит, получается как раз-таки именно это. Ну, то ли июня, наверное. Так, ну я в папиксе. Я тогда сейвлюсь и снова в орех. Вот что-то все скины на Ревенанта, на самом деле такой отстой. Ну, я видел парочку крутых скинов на Ревенанта, но они, короче, ну, их не получить сейчас. Ну а те, что доступны, Сейчас подойду. они отстой. Да, не спорю. Сейчас подойду. Помнишь, что спрашивал вот этот с огромной жопой?
лучше, видимо. Как называется? Ноги от души или ноги из живота? Не знаю. У меня ощущение, как у этих, знаешь, кукол, которые ноги вот так вот прикручиваются к бокам. Пынь-пынь. О, точно. Где там она в чем-нибудь? Ну, стандартный вид. Что-то страшновато. В смысле? Да нормально. Если Вася в расчет огромную жопу размером с Юпитер, то нормально. Просто на самом деле у меня такое ощущение, что у нее торс и ноги это двух разных персонажей. То есть, как бы тебя развлекают. Нет. Просто по сравнению с остальными она выглядит нормально. Особенно по сравнению вот с этим чудищем. А где у нее там что? А? Она что, всегда так хочет? Стоять-то она умеет? Так умеет, это она просто опирается вот на этот. Нет. Не, я имею в виду, летающий вибратор. Просматриваешь, стоять она умеет. Ну это надо просто типа другие. Фу. А, тут. Да, да, окей. Ой, а. Это как это, по душу пришла. Под душем? Какая еще подушка? Под душем. Яры, яры, дазы, дазы. Только из-за того, что не делаешь? Нет. То, что ты делаешь. А, блин, я опять поставил трио, да? Не. Яры, яры. Сегодня хороший день, чтобы обмануть смерть. This is your champion. Beauty is pain. I'm the beauty and... Well, you can guess the rest. I'm the joke master. Duh. Ну, раз вам так не повезло. То пусть нам не повезет полностью. Да, что ты изразили. Замечательно. Так, стоп, не то. Там лайфлайн к вам поехал куда-то наверх.
придется ждать честь. Я жду. Sniper ammo here. Save that for me. Где ты лазит лайфлайн? Вражеский. Могу скинуть легкий? Да, я в нее стрелял, у меня дал 4 урона. Как думаешь, откуда? Да не знаю, может, по союзникам пострелял, типа, посчитали. Типа, ну хоть куда-то, да? Да-да-да-да-да. Блядь, где тут выход, ёбаный в рот. О, нашел. А хочешь тяжелых патронов, я тебе скину? Почему бы нет? Да, цапай сюда. Чувак, тут проще тебе ко мне подойти. Ладно, ладно. Я тоже снаружи. Иди сюда. And your next champion is right here. Okay. Так, выключи тогда большой. Выключи тогда большой свет. Я сыграю. Теперь здесь ничего нет. Вообще ничего. Ready, set, go. А. Ну вот это та самая лайфлайн, которую я стрелял. Где кто, откуда? Отлично, я промазал все. Ни разу не попал. Да, блять, как вы заебали! Да. Пидорас, блять. Осуждаю. Я, короче, вообще никуда не попал. Я стрелял. Они как-то... Блин, я вот это вообще не понимаю. Как за девушену, честно. Это... Просто ноль попаданий. Столько высадил, ни разу не... Ну, там пару раз попал, ну, блин. А. А, я опять не поставил. Да,
Да я забыл. Сам бы мог напомнить мне в конце концов. I've got what you need, if you can afford it. Я пока что пока их не слышу. Pop the smoke, make them broke. This is your champion. I'm the jump master. Ready up. Let's touch down here. Hold on tight. It's time to drop shock and run. Кстати, так если посмотреть, то нормальных скинов очень мало. Вот этих легендарных. Вообще, в принципе, по персонажам. В основном все говно какое-то. Я опасен, у меня P2020. У меня винтовка заряжающаяся. А где тут с нами падали товарищи были? О, сейчас они, а сейчас они вылетят на нас, SAR-99. А, не вижу. Я предлагаю тебе туда не идти. Чем? Говорю, не идти, а ты идешь. Я ловушки ставил. Как он меня продетектил на такое расстояние? Все хитрожопые, блядь. Да? Откуда у них столько боеприпасов, ёбаный карак? Как он меня сбривает с одной очереди? Вот мне вот это вот интересно. Мне плевать, откуда у них столько боеприпасов. Мне просто интересно, откуда у них столько... Как они сбривают с одной очереди? Вот как? Чего? С чего фигачут-то? Откуда я знаю? Но судя по всему, из чего-то легкого. Но скорее всего там был или R99, или R301. Но блин. Ну просто с одной очереди сбривают. Ну чё за... Как это? Обидно. Да у меня горит с этого, если честно. Типа... Ты в чувака стреляешь, весь магазин SAR-99, он не падает, а тут тебя с одной очереди сбривают. Ну как это так? Бонжур, ёпта. Да уж действительно, бонжур, ёпта. I'll be going, and you'll be gone. I love this part! Holy! А ты в это здание? Спецфайр твой любимый, бери. Smell that. First blood.
Ты тяжелый патрон не подобрал, очень много, между прочим. А я наверх торопился. Было бы куда торопиться. Ну, мало ли, как тут был. Был, мы бы уже встретили. Тут не спорим. Тут очень много тяжелых боеприпасов. Это хорошо. Там уже вообще война. Сейчас мы вниз головой окунемся, не парься. Нас окунут. Ну или так, да. Здесь уже кто-то побывал. Магазин лоба здесь. И сюда гранату зашвырнули. Кого-то замьютил. Нокнул. Убил. Еще один. Очень лоу. Красавчик. Подними-ка. Там что, золотой щит был? Если что, ты молчишь. Два разных отряда было. Я знаю. Там одного человека был золотой щит, да. Я про это спрошу. А, это ты тут? Ты золотой щит-то взял? Да. Магазинов нету нигде. Не знаю, я нашел себе. Так, погнали дальше в мясо. Там стреляют, там у нас что-то. Опа, тут это. Так, я сейчас, короче, здесь ульт воткнул. Прям здесь, наверное, даже. Пойдем смотреть, посмотреть. А вот и... Хорошо, что ты рядом. Ульт так и не поставил. Почему он поставил? Нет. А, нет? Люль. Ладно. Давай поставлю. О, нас просонарили. Сейчас будет мясо. А, вот. Блин. Будет мясо. Где? А там, прям при входе.
Стоял, он там стоял, смотрели. Сбил броню. Обойдь. Тут еще один парень с ревенантом. Опс. Так, у меня что-то по ХП прорвено. Блять! Козлы. Правда? Какого хера тут Валькирия делает? Да знаю. Попробуй подняться. Я пытаюсь отсюда кости. Чел, нужна помощь. Еще один. Еще один. Охереть. Да блин, да ты дрочите что ли? Мясо. Пиздец, блядь. Но знаешь, в чем плюс? Я понял, что я не один ретард, который стреляет от бедра. Это было несколько. Я сам от бедра сейчас херачу. Просто если бы я сейчас не от бедра фигачил, я бы, возможно, кстати, убил бы. Ну, как минимум одного-то точно мог бы. Не, я если бы начал прицелиться, я бы вообще никуда не попал, в принципе. Я у пулемета очень ненавижу стандартную мушку. Прям очень ненавижу. Introducing your champion. What happens in the games stays in the games, right, love? Always a cuppa at mine for anyone who wants it. О да, вот эти пиксели конца мира. О, yes, yes, yes. Да. Thanks for pushing me, my brother. Thanks for pushing me. Блять, это как одна большая деревня, ёбаный в рот. Она, конечно, приземлился, что ли. О, да, мой P2020, я сейчас всех порву нахрен. У меня вообще гранат. Тоже неплохо. Ну, теперь у тебя R301. Ты специально закрываешь дверь и знаешь, что я позади тебя иду, да? Нет. Блин.
Блять, ебаный девушка. Я не знаю, зачем я бегу на второй этаж, вот прям пешком, если мог заехать на него. Лук не хочешь? Не. Уй. Интересует энергетика? Не. Ну, естественно. Бегу, бегу, бегу. Я к ним прибежал. А я же... Я что, не выкинул гранату? Ну, срань драконья, а. Они оба возле меня. Один из них коктейль. Ну, меня, естественно, добили. О, да, кайф. Ну, заебись, блядь. Я, вот, честно, не понимаю, как дробовики вообще в этой игре работают. Ну, типа, я вот сейчас стрельну в чувака. Прицел был, по-моему... Ну, я не уверен. Мне кажется, что все-таки прицел у меня был в центре. Стрельну в чувака 30 урона. Потом вообще еще меньше. А, меня сбрили просто. Секунду. Просто. Почему? Знаешь, вообще как-то... Во все игры, в которые ты наиграешь как-то больше 100 часов, особенно в шутер... Вроде вопрос, как это произошло, должен совпадать сам с собой. В доту ты сколько доиграл? Не, это дот, это другое. А это Апекс, это другое. Это шутер. В шутерах все одно. Ты стреляешь, ты убиваешь. Ну да. Я хотел вспоминать Battlefield, где там дробовики на 1000 метров убивали, да. Вопросов. Не, ну справедливости ради в Warzone. Ты не затянешь меня в Warzone. Я не хочу. Там в другом проблема. Я не хочу скачивать игру, которая весит 250 гигабайт. Она не весит 250 гигабайт. 250 гигабайт она весит вместе с мультиплеером и коопами. Так она будет весить, ну 120. Да офигеть теперь. Ну, не спорю. Она жирная, как мамаша, я не знаю, кого. Кого-нибудь. Беги, мать. Блять, я промазал, сука. Ладно. Бурный урод, с вами научишься бегать со всякой гадостью. Где? Да. Нет, не пол будет. Окей. Хорошо. Аптечка есть. О, иди тут до аптечек. Found an extended energy bag here. Level 2. Volt SMG here.
Я думал, ты с энергетикой будешь бегать. Нет, я скинул, у меня был предатор, я его скинул нахрен. Какой еще предатор? Ну, блядь, ну мне почему-то все время кажется, что преданность — это предатор и не ебет. Эй. Не, я тоже девушку не хочу. Так возьми, там будет есть. Да не хочу, у меня скаутка и флотлайн. Мне прицельчик на хемлок найти. Своё тебе не дам. А. Да не, не надо. R301 here. Не, у меня скаутка. Чё, пойдем куда-нибудь уже? Пойдем. Ты правда с белой броней? Да плевать. Окей. А, ну мы в кругу. Что там, ничего интересного? Не. Ну пойдем. О. Ну, прицельчик. Ты его точно подобрал? Нет. А это ты его подобрал, скотина. Я увидел квадратный прицел, и я понял, что он квадратный, а не круглый, поэтому... Ну, сам понимаешь, квадратный прицел, да? Без обид. Еще люли. Предлагать только свежие. Блин, а я бы его хотел. Я слышу кого-то, слышь? Слышу, я слышу кого-то. Ебать, надо тебя бежать. Ну, мне показалось. Вообще, все люли в городе. Если мы пойдем в город, мы там точно что-нибудь найдем. Погоди, дай пенсионер до тебя добежать. О, мы пришли покорять большой город. Sex in the City. О, я уже даже вижу перестрелку. Где? А, окей. Сложно не заметить. Ну, у меня талант. Нет, у меня есть оправдание. У меня под моим мылом можно не разобрать ничего. Вот там вот этот. Там еще и телепорт. Вижу. Куда он ведет этот телепорт? А вот. Блять, ты видишь с такого расстояния? Я не ну, вижу. У меня 2x4. Прицел... А, понятно. Правда, они не подставляются, сволочи. Они не хотят косплеить манекены, которые на стрельбище есть. Просто встать и не двигаться. Не так тяжело. Вот я сейчас косплею манекен, как правильно, пацан. Тру манекен.
Да, еще есть цель, сейчас в ответ не буду. Угу. Не возьму, попал. Отлично. Кто-то у меня из дробовика херачил. Пожалуйста. Так, ну ладно, у одного там фиолетовая броня, я тебя обрадовал? Да, я уже попал пару раз. Толк, правда. Ох, ни хрена себе, они умные, как я. Чё они? Ты смотри, щит поставил. А, так у нас под зданием другие еще есть, если что. Вот там в контейнерах прячутся двое. Угу. Золотая броня. Они стреляют только в тебя. И при этом так не вылезет. Это не от меня, это вот оттуда стреляют. Опа. Слышь, едут, едут. Лайн здесь. Блин. Отлично. Забирай фиолетовую броню. Так, а где ее друг-то? Я убил. Так я понял, а где его друг? Вот. Там есть легкий боеприпас? Страж заряжен. Ну-ну. Не уверен. А! Подними-ка. А, по этой поднимаются. 5, 4, 3, 2. Одного ногу. Ну, второго добивай. Где второй? Ты будешь на силу. Опять противник едет, да? Да, слышу. Уже фиолетовая броня, серьезно? У тебя есть Ой, бля. Угу. Ой, бля. Валим. Уже не свалю, я боюсь. Но ты можешь свалиться вниз? В здание? А, прям совсем вниз, сейчас попробую. Не, можешь и в здание, конечно. Вон они. Они убежали. Я здесь. Внизу. Так, теперь надо под забор, потому что они здесь могут караулить. Там у чувака солнце. Там очень далеко бежать. Увы. А у меня хпшек мало. Хилок вообще нет, считай. Next ring is distant.
They're dropping a replicator on us, if you care. Если есть аптечка, юзай. Там впереди нас эти чуваки, кстати. Так не удивил ни разу. Давай в туннель. А что мы там сможем-то? А мы вот здесь пойдем. Земли. Пройдем. Так, хилюсь. Я тебя сейчас на скидываю, Криш, с прицей. Ну, хотя как на скидываю. У меня 4 штуки. Я в зоне. Я тоже. У меня нет скилла. Иди сюда. 2 штуки скину. Они к нам бегут. Они над нами. Вон, проехали. Вот здесь, здесь они. Ну чё, в спину им настреливаем или как? Да, он уже бежит. Всё, так попадать-то можно. Нокнул этого урода, но сейчас сам сдохну. Ах ты ж, блин. И пускай сдохнет, мразь. Козлы. Неприятно. Вот такое не люблю, когда типа чуваки просто вот они до последнего сидят, крысят, ждут, пока ты придешь, чтобы тебя убить. Ну это просто. Не, с одной стороны, это, ну, как бы, вроде оправданная, ну, тактика. Они себе тылы обезопашивают. Да. Задницу никто не стрелял. Ну, с другой стороны, ну какого типа черта, алло. Это даже не рейтинг, чтобы так играть. А знаешь, чем мы натупили? Нам надо было отхилиться, ну, хильнуться и на этом, на пш, вверх лететь. А, там уже были эти, да? Да, да, да. Тут был рядом. А то вот сейчас. Ну, я вот что-то как-то про это вообще забыл. Да я сам что-то, причем пробежал мимо такой еще, знаешь, вообще мысль даже не заработала в ту сторону. Know, бабки желтые, скорее всего. Prepare for certain death. Да хорош, блять, лети уже просто. Виляет он тут хвостом. Я на спидометр смотрю, взял. С нами отряд будет, если что. Вот пидорасин. Ну или они нас. А, я все знаю. А, да, извини. Mm?
Нет, я сейчас буду катки руинить, кстати. Почему? Я буду с ведомым бегать сейчас. А я тогда с Devotion'ом и Spitfire'ом. У меня вторым вольт, если что. Ох, что мы сейчас принесем с нашим противником? А что ты шлемак не взял золотой? Я его проебал. Красавчик. Слушай, мы так сейчас реально столько принесем нашим противникам. Прям, блин, даже завидую. Погоди, я еще. Где они? В соседнем доме. Нет, они уже. На балконе херачили. Да хер ли вы такие меткие? Меня добивает лайфлайн, как. Вот она здесь. Рада тебе. Я сру, короче. Ты насрал мне в душу только что, скотина. Ага. Сидит он в здании. Как у меня сейчас горит. Конечно, ты свой заправляешь, да? Как же я насрал в сортир. Ты... Каустик. Ледовитые пуканье. Ай, да, меня опять каким-то образом перестреляли. Я не понимаю. У меня пулемет. Как возможно то, что пулемет перестреляет? Почему это вообще работает? Почему это работает так, а не иначе? I hope they run. I like when they run. Ты знаешь, Ревенант сейчас так в тему сказал. Я надеюсь, они побегут. Я люблю, когда они бегут. Я откуда думаю, да, желательно спиной ко мне. И не виляя зигзагами, чтобы я им спину мог расстрелять. По-моему, это единственный вариант, когда я могу кого-то не убивать. Два. Ты куда меня сбро... Спасибо. Без аплодисментов, пожалуйста, не надо. Оно того не стоит. Эх, если я что-то увижу. Нифига не вижу, ладно. А легкие боеприпасы будут погулять? Офигенно. Don't go thinking I owe you anything.
Тебе печенюшки, в смысле, ничего не должен. Печенье не ебет. Вижу, вижу. О, да, теперь они точно знают, что мы тут. Эй, пофиг. Он в меня Элсаром попал? Нет. Блин. Ну, как бы да. Ты бы видел, с какой дистанции он в меня этими элсарами попал? С какой? Метров 15? Нет. О. Да. А. Я видел, откуда он кидался. Он двумя элсарами в меня попал. Какого черта? Чё-то не везет. А, кстати, близок к тому, чтобы удалить эту игру замечательно. Потому что кроме членов жопы я ничего здесь не получаю уже. Вроде и прикольно, вроде и фаново. Вроде можно кайф получать, но что-то пока кроме кайфа я... Вернее, кайф я получаю. Господи, немного. Коричневый каустик. Mm-hmm. Ты видел? Каустик негр. О боже. Ага, создал. Ну вот смотри, мы если сейчас карта сменится, то на Олимпе нам будет проще. Не знаю, как тебе, а я на Олимпе сосуды лишь. Не знаю, одинаково. Куда лечим там? Прям глаза разбегаются. First blood and it's not us. Wonderful. Тут хемлок есть. Интересно. Что? И много. Я думаю, что нет. Я сейчас. А, ну ладно, иди. Хотя нет, нет, тут надо что-то. Ну, Devotion там сверху есть. Я выкинул. С двумя пачками патронов. Нет, вот Devotion я точно стрелять не буду, спасибо. А чё ты? Не люблю я тут. Потому что вот, вот в нем как раз таки отдачу контролить надо уметь. Да не, до трех максимум. Максимум. Я чувствую, я уже скоро. Я так услышал голос Оксаны. Оксана такая, ни хрена себе. Нет, это не то. Папе. Чё у меня за ним?
Да. Бери золотой щит. Ты взял золотой щит? Нет, еще. И... Не-не-не-не-не. Being delivered. Incoming care package. I love loot. Это как-то... Ты сейчас дверь открывал? Да. А где люди в городе? Надо идти. Кто у меня нас есть кто-то? Вижу. Ставлю ульт хорошо. А, мой тотем уничтожили. Естественно, с старым. Нашел гнид меня.
I hope you are too. There's a win out there waiting for us. This is your champion. By the time you see me coming, I'll be going, and you'll be gone. I'm the Jump Master. This time. Here we go. Ready up. Блять, а сколько мы на этой карте уже залипаем, блять? Где смена карты? Ёбаный карась. Ощущение, что мой персонаж как-то ниже стал резко. Extended light mag here. Level 4. Attention. First blood. First blood. Охуенно. Спасибо. Thanks. Прицел мне найди, снайперский. You got it. Тут некоторые наколочки возник. Блин, после ревенанта, если честно, вот Рейс кажется реально низкой. Ты понимаешь, что вот именно низкой. Как будто так она действительно ниже. Она действительно меньше. У Рейс самый маленький хитбокс в игре. Среди всех юнитов. Именно поэтому она чаще всего пикается на кросс-сцене. Понятно. Потому что в нее попасть сложнее всего. Понятно. Слабаки. Могут в честный бой. Ну, как бы тебе сказать, Вань. Да-да-да, кто не использует преимущество, тот сам дурак. Это, знаешь, это из категории... Чё ж тогда маусы не получили распространение? Мужик на мужика, да? Ну, не совсем то. Сколько-то девушек в тему попал. Да где Вольт-то, ёбаный в рот? Не знаю, но вот Хавок есть, Девушин есть. Так, о, нашел пальба. А я чё-то до сих пор нет. Зачем? Не знаю. А чё, не надо? Я свою броня уже. Reloading. Расстреляли, чуваки, на нас. Rings not too far. 45 left. Как успехи? Ну, пару раз попал. Это хорошо. Уже на пару раз больше, чем у меня. Сейчас в голову прилетело на 106. Сейчас это только броня. Угадай, с кем я перестреливаюсь, с лучником. Угадай, я так слышу. Лучше идут дела. Конечно же, лучник. А там, где ты смотрел, были эти снайперские патроны? Не знаю.
Чел возле меня, противник. Вижу. Я себе на жопу постреляю. Их тут несколько отрядов. Так, я одного ног, кто же меня стрелял. Убил отряд. Красава. Это плохие были. Ты двоих или одного убил? Блять, меня нокнули. Блин, ты далеко, чё? У чувака совсем чуть-чуть ХП. Где он там? Они справа, 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 двое. Это тоже рейс. Лучше меня резал. Вали оттуда, вали. Recharging my shield. One second, we got this. Need to recharge my shields. Giving my shields a recharge. Repairing my damage. Phasing. Сейчас будет, что сейчас зона к нам пойдет. У меня хилок не осталось. Могу скинуть кое-что. Ладно, кое-что нашел. Я чел, иди сюда. Опа. Ты где? Блин, это тот чел, которого я уже нокнул, ты прикинь? Тоже подняли. Застранский. Он побегут сейчас. Нокнул. Красавчик. Там еще один. Ладно, уходим. Взять это первую зону только. Сейчас кое-что хочу сделать. Конечно, урон получу. Без этого. Однако. А, ну естественно, естественно. Он здесь один. Спрыгнул вниз. Это Валькирия, она поднимается. Вот она. Вот он. Так. Он, надеюсь, сдохнет. С чего бы она сейчас захилится? Нет, не сдохнет, жаль. I think we're going to do great, friend. The All-Father will gift us today.
Introducing your champion. Anyone want to take me out? Come find me. I'll buy the drinks. I will choose our location for battle. Prepare for battle. Хардкорщики, блять. Да уж. С нами один отряд прям. Не вижу, буквально прям по курсу. Так, я, короче, не свалился. Сейчас будут ебать? А, да. Ну, я сейчас попробую тебе помочь. Нет, это не так работает. Забирай и вали. Ага. С радостью. Отвратительная выставка. Ну да, 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 я 20 секунд. Да не в этом дело, чего. Совершенно не пистолет. Ты просто не был шанс. Хоть с каким оружием. Там 3 отряда, что ли, было? Да? Понятно. This is your champion. The true test is before the All Father. I will choose our location for battle. This might be a good place to land. Battle lies below. Фига народа. Блять, Вань. Да. Опять. Угу. Хему отбери. Заеби. Дробовик. Забивает. Ёб твою мать. Можно какое-нибудь более спокойное место? Попробую. Не так, чтобы падать на голову отряда. Да на нас один чел упал. Так. У нас упал отряд. Один. Валькирия только с нами была. Нет, еще один чел был. Он убежал сразу. Он залутался и убежал, правильно. Ничего, не зря, он просто убежал.
left us today. You and me, friend. This is your champion. Hold your breath if you have a respiratory system. С нами отряд. Два. Три. Три отряда с нами, чё? Ну ты, значит, сейчас придется валить отсюда. Ну, у тебя есть что-нибудь? РЕ-45 и репитер. Угу. Там, блин, противник. Да, они уже бегут сюда. О, синий, блин. Так, у меня R99 есть. Ну, хорошо. Чел, ты где? Шипи. Твою мать, как это работает, да? Сзади. Хоть какой-то жопу мира, мыкайся. Сколько? Край света еще 43 минуты. Идите нахуй! Пошли в рейтинг. Ну толку с рейтинга, я в рейтинге снова на этой карте, блядь, не буду. Зато 40 минут мы будем играть в рейтинг. Скорее всего, это будет две игры. Нет, это будет больше намного игр. Сам прекрасно знаешь. I remember that. This is your champion. О, да, стол насосать, великолепно. Мы последние. Угу. This is the best part. С нами один отряд. А, все-таки будут одни. Окей. А, ты тоже энергетику взял? Забирай.
Тут вольт. To those who need it, there is an extended energy mag here, level 3. Сейчас возьму. Патроны вообще валяются где-нибудь? Не видел. Bam to the woozle. Yeah, sending out a decoy. The ring is distant. Trust the winds. Мне кажется, здесь кто-то есть. Чё? Уже ничего. Да звуки тут странно работают. Вроде кого-то слышу. Так, да, я ж собака. А здесь кто-то был? Да. И видимо они подбирают тяжелые боеприпасы. Да, мы совсем были. В смысле были? Вот здесь только что чувак побежал. Ну, а я на следы отвлекся, поэтому не видел. Да, он делся. Знаю. Тут хрень, кто ему лежит? Тут трупак. Опа, вот и выстрелы. Attention, there is a new kill leader. Careful, new kill leader.
Обычно собаки достают вот до этого. Я не достаю. Интересно. А где трупы-то хотя бы? Может быть, их нету. Снизу. Угу. Слышишь, бегаю? Один. Ну я твою. Угу. Двое. Хоть со снайперкой сиди. Хоть из тренировочного полигона не вылезай. Хоть там где-то попадать по мишеням будешь, блин. Introducing your champion. А, чё? А, где? За что? Нахуй. Блять. Да. Да вы издеваетесь. Ну, блять! Что за говно? Apex. Нет, не в Apex дело. А я уже в одном шаге, чтобы его удалить. Вот прям реально чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть. Реально, я в радуге так не отсасывал, как отсасывал в Apex. Come back if you're ever looking for a Mirage of Trois. That's where you fight three of me at once. Pretty sure that's what that means. I'm going up, and you're going down.
Сдохли. Удивительно, с нами никого. Я даже не рассчитывал. Sights are set higher. Короче, мне нужен Spitfire. У меня флотлайнд. I could use that. Thank you. Да где все хилики? Не знаю. I found a heat shield here. Extended light mag here. Level 4. I need it. The ring's close, and it's a good thing. Only have 30 seconds left. А что за хэви патроны забираешь? Че говоришь? Хэви боеприпасы не подбираешь. Уж у меня ведомый. Понял. Спитфайр я так и не нашел. Во, выцелил. Хер раз два я нашел снова хивики.
Стреляют, кажется, даже в тоннеле. Или здесь. Скорее всего, здесь. Очень лоу, как я в принципе. А, ну я. Там Актейн с очень низкими хп, он же, наверное, закинулся. Где мой спитфайр? Нет спитфайра. Соси хуй, Гриш, а не спитфайр. Четвертую катку подряд уже найти не могу. Introducing your champion. The story's got it wrong. Hair beats tortoise every time. What's mine is mine, and what's yours is mine. Can you feel the speed? Yeah, baby! Отряд один точно будет. Да, народ точно будет. Два отряда. Knockdown shield here. Level 2. R99 here. She's fast like me. А вот это я возьму, да. Тут тяжелый боеприпас есть.
Spitfire here. Там где-то был расширенный магазин тяжелый. Вот это и противника, они уже перестреливаются, кажется. Там еще этот. Charging shield. Recharging my shields. Блять, не пугай. Ничего интересного. Короче, если хочешь. Ничего интересного, ничего интересного. Я вот ключик нашел. Да? Да? Где-то тут расширили магазин чувака. Второй уровень. Тяжелый. The champion has fallen. Attention. Delivering care package. Ah, care package. Sweet. Тяжелый боеприпас. Тяжелый боеприпас. Трое. Да. Ага, он по ним стреляет. Вот там он противник. На той скале. Ага.
Спасибо, пускали по плану в туннель, типа. Ты уверен? Тут противники, да. Мы могли их подождать. Чел, у меня тут противник, если. Бегу. Еще можем за ним. Правда, так ты? Скорее всего, уже убежал. Ну да. А я не хочу гнаться за этим. Да, вот это старая удача, пипец. Мог мне там второй хилец, нали. Вот это вот, вот тот самый актейн. Подожди, чем? Он зарядит, ты не стреляет по мне. Просим здесь. Till ring closes. Вот тепловых щитов не было, прикинь. Мне показалось, что я кого-то зацепил. On high favor from the gods. Не хочешь ко мне присоединиться? Сейчас приду. Стреляешь вот там, да. Вижу. Я только слышу. А там, походу, ульту вызвала лайфлайн. Что там дали? Да ёб твою мать! Я вижу.
Там на крайне еще есть. Да, сбил броню. Валькирия. Нет, там на крайне не Валькирия. Там еще один на крайне. Ее остался крейн. Зачем далеко? А где он? На крайне. Я тогда его запушу туда. А, я нашел его, да. Опа, еще сверху один. Понял. Их тут двое, один снизу, один сверху. Опа, на крайне. Заметил. Я своего друга забрал. Это нам бы еще пару раз попасть. А, ты прям за ним погнал? Сейчас будет кольцо сужаться. А у меня очень мало патронов для энергетики. У него есть энергетика? Да. Идем сюда. У меня для химиохерики закончились почти. Че? Кольцо. Че? Опа, противник. Тут хэвик есть. 100 штук. Вот там против. Прячется на кис. Чел, быстрее. Это ты кого? Каустика? Да. А, как тебе? Да херси. Побежали, нам надо эту зону. Да пофиг. Хер, зон. Да, батареи, кстати, вообще не осталось практически. У меня патрон тахейка, я так и не успел подобрать. Жалко тебе. Так, 3 отряда осталось, да? Включай нас. Опа, по мне шарашить сзади.
Ну и пусть. Естественно, я не дотягиваюсь. Давай назад. Погоди, в обход. Нет, 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 нет. Почему? А, стоп, фу. Я показал. Ты чё, совсем? Опа. Блин, у меня ульты нет. Легкие патроны тут есть? Тяжелые здесь. Ладно. Вот это ты зря. Фокс. Уже все знают, кто где. О. Ты прямо их увидел? Чел, отойди ко мне. Сколько у тебя еще щитов? У меня есть, могу тебе один большой скинуть. Ну, один, да. Один большой. У меня спасибо. Три маленьких, конечно, ну ладно. Я, конечно, зря это сделал. Да, я, наверное, зря его покажу. Чел, вот тут один, давай-ка его запушим, сзади нас. Отлично, убили. Тут есть это... Ты понял, что? Тяжелый боеприпас. Расканили нас? Естественно, спасибо. Сзади был тут? Наверху, наверху. Спасибо. Отлично, батут. Брат. Я же предупредил. 5, 4, 3. Готов. Не отсосем, если полетим. На крайний случай. Офигеть, это с чего он в меня попал? У меня есть эти тепловые щиты. Что-то... Тут можно пропалиться, слышишь? У тебя есть тепловый щит? Нету. Хера. Тепловой щит вязают. Тоже не это не промах. Тоже есть. А, он заряжает прям. Сзади. Champions.
Неплохо так настреляли. Я считаю, на этой ноте надо закончить. Ну да, в принципе, неплохо было. О, я получил улучшенную эмблемку за 2500 урона. Это ясно, как в моменте я даже расслабился уже. Но... Когда у меня перегрелся All-Star, на меня запрыгнул этот Octane и не смог в меня попасть. То есть я его просканил. Я ступил, я нажал скан, короче. То есть я его просканил, достал All-Star, расстрелял All-Star так, что он у меня перегрелся. Притом я ему сбил красную броню. Там, наверное, немного у него все-таки было. Еще покоцал его сильно. И ждал, пока у меня это, спадет перегрев Солстара, и, ну, и чел меня все это время не смог убить. А я уже вижу, что ты своего оппонента там убил, эту псину, я такой, а, ну все, тогда изи. А, с псиной вообще забавно получилось, я просто не вылез с упоров, всадил его, этот, магазин САР-301, сбил броню, потом просто повторно зашел, и все. Просто от бедра херачишь, когда у тебя все модули. Так кучно ложится. Ну там, конечно, мне понравилось, как Оксейн прыгнул прям в зону. Да-да-да-да-да, такой... Бляя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 я
Сзади батут надо наступить. Да так вот, понимаешь, ты говоришь, сзади батут, ты думаешь, у меня глаза на затылке есть? Я вижу, где именно сзади. Вообще, зачем ты его туда поставил? Нахуй его знает. Чисто выбросить меня из зоны такой. Иди отсюда. Крышу писал, справлюсь. Ага. А, слышь? А получается, вот этот Октейн и эта псина, это вот те чуваки, которые на экране сидели. По-моему, это они. Ну, Октейн может быть, да. Псина. Ну, значит, псина не уверен. Я псину на экране не видел. Но там сверху была псина. Ну, может, они, да.